Итак, всем хайку, друзья. Этот лес как черная дыра, так и затягивает нас. Но, наверное, хорошие вещи здесь тоже случаются. Так или иначе. Собственно, как я и обещал, мы идем к страннику. Осколок странника. Еще один сейчас будет посещение, последнее в этот раз. Наверное, потому что более никаких крутых сил у нас нет. Вроде как. Ну, мне кажется так, что вроде их нет. Ладно, мы на самом деле осколок странника можем посещать тоже, по идее, на борту нашего замечательного. Ага. Вот, почти угодил. Вот видите, какие кульбиты наши. Наш Спэрроу может вытворять. Поэтому здесь можно немножко почтерить. Вижу, ты совсем не изменился, портал. Все такой же огромный и страшный. Готова к посиделкам у костра? Я к ним уже давно готов. Ну, Саш, давайте бросим наш замечательный Спэрроу. Варлоки. Воплощение урагана. Необузданная сила. Сосредоточься. Энергия молнии скрыта во всем сущем. Вбери ее в себя. Пусть ее сила течет сквозь тебя, не поглощая. Вот как-то так. Ладно. Допустим. Ты проводник между небом и землей, электричеством и материей, жизнью и смертью. Ты — оружие. Чтобы быть штормом, внутри тебя должен царить штиль. Круто. Осталось совсем чуть-чуть. Перед тобой трудный путь. Грозный. Как сама молния. Немногие стражи владеют силой призыва бури. И особенно редок этот талант у молодых. Я всегда знала, что ты отличаешься от других. Но никак не могла понять, чем. Боюсь, я больше ничему не могу тебя научить. Ну, на самом деле, еще сможешь, но это уже совсем другая история. Эй, у нас гости! Когда ты очень кривой, чувак, и метишь все время мимо. Одержимый, мразота. Это не один, а еще и два там было. Вроде зачистил. Порталио. О, я зашел внутрь, круто. Там еще одна частица. Тише, говорили странники пустоты. Громче, говорили певцы солнца. Я старалась слушать обоих. Если я злилась, злость гасил стыд. Обретала спокойствие, его рушило чувство вины. Таким образом, я разочаровала всех. Затем грянула буря. Яростный шквал, а за ним затишье. И я поняла. Нет нужды выбирать между штормом и штилем. Нельзя владеть одним, не став обоими. Ну, да, что-то в этом есть, в принципе, да. Глубокий вдох. Выдох. Легчайший бриз. Вдох. Выдох. Искра. Вдох. Задержи дыхание. Воздух в твоих легких недвижим. Спокоен. Позитивный заряд. Безоблачное небо. А теперь
Выдыхай. Раскат грома. Электрический потенциал. Заряд в воздухе. Глубокий вдох. Озон обжигает твои легкие. Задержи дыхание. Со следующим выдохом появляется молния. Жди, жди. Давай. Ну что ж, и последний призрак. Я закрываю глаза и раскрываю рот. Дыхание, шторм, песня. Я целую на удачу свою электрическую гранату и запускаю ее во врагов. Я запускаю разряд молнии и разбиваю противников, не приближаясь к ним. Я призываю штормовой транс, и мое тело наполняется электрическим звоном. Второй стих. Аберон за щитом, в убранстве теневом, врагов испепелило яростным огнем. Что-то какой-то знакомый голос, честно говоря. Где-то я слышал уже эту озвучку. А вот и осколок. Подожди, ты это слышала? Это одержимые. Ну, конечно. Куда же без них-то? Он что, думал, что он меня так убьет, что ли, или что? Так, ребят, давайте мы от вас избавимся. В этом осколке могло остаться немного света. Ну, значит, мы соберем весь свет, что там есть. А заодно вместе с ним и все наши новые бонусы. Ну что, друзья, поштормим? Покажи одержимым, чему ты научилась. Ах, штормить-то я люблю. Блин, я думал, это будет хуже. Ну, это крутая штука. Мне нравится. Все, что ли? Понятно. Не, просто штормим. Это, конечно, атака относительно ближнего боя, но оно того стоит. Еще больше дерьмеца. Я готов ко всему. Нет,
то, чего ЛЦД не вызвать таким образом. Одержимые сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти. Но это, к сожалению, не в их силах. По большому счету мне пофиг. Так, а ты толстяк, да? Отлично. Давай убираться отсюда. Я уже готов сменить обстановку. Да это, в принципе, тоже. Ну что ж, мы прошли последнее умение. Не знаю, почему странник все время выбирает нас, чтобы наделить силой. Кроме нас, за правое дело наверняка сражаются еще многие. Возможно. Так, теперь мы можем управлять варлоком. Так, надо все вот это вот добро открыть. Так. Изучаем все. Строящий здоровье, увеличивающий урон. Ну, я думаю, что лучше здоровье пока поставить, чтобы парить над землей с большей начальной скоростью. Так. Наверное, лучше вот это вот выбрать. Ой. Что-то лоханулся немножко. Так, разрушаем. Нафиг. Это все. Все это нафиг. Просто нафиг и нафиг. У нас куча классного прикида. Триста девять, 304, ну да. Так. Ну. В принципе, я считаю, что все нормально, 31 уровень. Скоро будет все еще круче. А, на ферме меня все еще ждут люди. Завершить два налета, получить легендарный этот. Горнило, красная зона. Выполнить миссию кражи в ЕМ-3. Заходим на ЕМ-3 и ищем. У нас миссия будет вот здесь. Замечательно. Но мы на данный момент будем пробовать выполнить эту миссию. Че нет-то? Почему нет, как говорится, правильно, друзья мои? Почему нет? Как всегда, летим на своем собственном кораблике куда-то вдаль. И надеемся на то, что он нас не подведет, как обычно.
честно говоря, он похож на какую-то непонятную раздолбанную в хлам ракету с крыльями. Рыжик, когда лоханулся и не ожидал. Мне понравилось. Что хочешь от меня? Внимание всем бойцам! Мы обнаружили лазутчиков Красного Легиона. Ну, обнаружили, орать-то об этом чё? У нас миссия. Нам не до этого. Это снова ты. Отлично. У нас есть уникальный шанс. Мой дорогой Деври, ты только что сказал волшебные слова. А, Кейт 6. Рад, что ты с нами. Разумеется. А слушай, Страж, тут у нас такой шанс появился. Расскажи, Дев. Красный Легион пытается улучшить энергосистемы своей базы. Сейчас они временно перешли на резервное питание. А значит, они повысят меры безопасности. Это я возьму на себя. У бойцов Красного Легиона есть ключи к системе безопасности. Если добыть их достаточно, считай, мы внутри. Да не проблема. Ясно. Этого хватит, чтобы сгенерировать новый код доступа и войти внутрь. Можно сделать ключ поля по всяким уродам? Мне надо поговорить со своим призраком. Легион слегка помешан на безопасности. Этот код скоро поменяют. Хорошие вещи долго не живут. Продолжайте вы двое. Давай прогоним их прочь. Они надумали шпионить на моей территории. Ха. Так, ну, эту миссию мы точно можем завершить. Гребаное горение. Так. Все же, по идее, там 3 раза всего такая хрень. Теперь тут большой детка. Все козненько. Опыт будет не лишним, я думаю. Ну а теперь пойдем по делам. По делам. Да, и свой механизм забирайте. Мне показалось, или кабал убежали, поджав хвост. Отлично. Конечно, отлично. На этот раз нам придется немножко по другому пути пройтись, насколько мне не изменяет память. Коды доступа. Силовое поле отключено. Но там их еще много. Очень много. Что-то слишком мудрено. Там есть что-нибудь, что можно просто взорвать? Я не ожидал. Если они связаны, отключение барьеров поможет нам выиграть время до поднятия тревоги. Так. С
Силовое поле отключено. Но там их еще много. Очень много. Что-то слишком мудрено. Там есть что-нибудь, что можно просто взорвать? Вообще-то... А, стражи. О, мы влипли. Их системы обороны связаны с сигналом тревоги. О, как умно! Ой, то есть, о, не! Если они связаны, отключение барьеров поможет нам выиграть время до поднятия тревоги. Ну, в каком-то смысле, да. Еще у нас один барьер. Как бомбануло-то, да? Стоило убить одного и минус все. Эх, ребят, еще скучнее. Последний. И впереди я вижу сигнатуры резервных генераторов. Наконец-то настоящая цель. Вырубите их, и внезапная потеря мощности перегрузит все подключенные системы. Ах, жаль, взрывы пропущу. Вечно самое интересное пропускаю. Так, а я, кажется, вижу что-то полезное. Вот уже не зря миссию начал. Вот там хоть и неуязвимость, но думаю, она его не спасла. Вот тот кораблик мне совсем не нравится. Кабал почему-то не нравится. Ну что ж, поговорим с ними по-мужски. Вот так-то лучше. Так. Кстати, вот этот шторм, это прям огонь у них. Такое хорошее оружие. Ребята, да что вы меня убить хотите? Наверное, пойти туда, да? Какой ты косой. А вот теперь можно поуничтожать. А, нет, все равно, да. Ох. Больница. Ух ты. Да, техника Кабал не любит перебоев с энергией. Что-то взорвалось? Это был взрыв? Ну и как? О, это было... Так себе, ничего особенного. Мне кажется, что сейчас все рванет к хренам. Минус одно силовое поле. И что-то, кстати, я не помню, чтобы я проходил эту миссию, честно говоря. Минус второе. Ну-ка, даже без третьего-то.
Готов. Вот вам Красный Легион. Теперь энергия у нас. А, чего-то я не в восторге. Что скажешь, Дэв? Думаю, тебе стоит выражаться более изысканно. Их действия говорят громче слов, особенно твоих. А почему это я вдруг крайний? Это одна из главных тайн жизни. Ну да, грустно. Так, квестик, собственно, выполнен. Можно бежать дальше куда-нибудь наружу, например. Куда он нас, кстати, выведет-то? Посмотрим. Возможно, нам даже понравится то, куда он нас выведет. Как вариант, а может и нет. Но хочется верить, что понравится. Не, мне не понравилось. Все, вы верните мои деньги, пожалуйста. Всего несколько миллионов. Ладно. Че, кого, давайте-то здесь миссии выполнять. Вот, послушай, Страж. Насчет той черной маслянистой жидкости, которая течет в броне Кабал. Похоже, у нее несколько функций. Если, конечно, этим данным можно верить. Не веришь фактам? Гидростатический органогель влияет на гравитационные характеристики пехоты и техники. Это объективная истина. Стоп. Так это жидкость в броне Кабал? Еще и корабельное топливо? Опять сомнения. Постреляй по их дурацким шлемам. Проанализируй результаты и убедись лично. Так, ну, без проблем постреляю, всё. Чё, кого-то? Судя по звуку, там кто-то метко и уверенно стрелял. Но что за эхо было на последних двух выстрелах? Локальные помехи. Я обнаружил большие запасы той маслянистой жидкости внутри ороба Свектуры. Чего? Ладно. Видимо, это корабль. Внутри которого обнаружили много этой маслянистой хрени. Значит, надо исследовать. Если корабль набит под завязку, значит, Кабал замышляет что-то серьезное. Твоего оружия хватит, чтобы его уничтожить? Уничтожив запасы, мы упустим ценнейшую возможность. Химическая структура органогеля содержит каналы передачи данных. Не слушай Ашера. Уничтожь там все, Страж. Так значит, я могу хакнуть их топливо? Не слушай! Как там ее зовут? Диверсия, вот идеальный метод. Нет. Ну, да. Фу. Ты уж определись, малыш. Ладно, хакнем это дерьмо. Ашер был прав. Я встроил в топливную систему простой бесконечный цикл. Когда любое устройство... Эй, ты что, не слушаешь? Зато я слушаю. Я знал, что коллега Варлок не ошибется. Так. Все системы надо расстрелять. Что-то как-то ребяток немного увато, по-моему, на мою душонку.
Так. Че, офигел что ли? Думаешь, у тебя щиты тебе все можно? Своими щитами долбанными. Пошел нахуй. Короче, хрена. Все. Довольный, я надеюсь. Если нет, то это ваша проблема, друзья мои. Все, аллилуйя. Можно спокойно уничтожать все это говно. И даже не париться по этому поводу. Нет, я упал. Блин, я упал X2. О. Самая большая хрень. Мне удалось уничтожить все их запасы. И оставить что-то вопиюще неразрушенным. Оригинально. Так. Ну что ж, все повреждено, можно спокойно возвращаться. Думаю, проблем у нас не возникнет. Пусть эти простаки из Кабал распишутся в своем невежестве. Мне не терпится это увидеть. Если я что-то понимаю в Легионе, они подтянут тяжелую артиллерию, как только поймут, что вы натворили. Да без проблем. Судя по всему, мы ее... немножко модифицировали. Ибо нефиг ко мне соваться. Тяжелую артиллерию, говорите, да? Ну, я думаю, я справлюсь, кстати говоря. Отличное место. А вот и они, как Слоун и говорила. Так убери оружие и займись любимым делом. Ашер, ты гений. Не трать время на пустую лесть. Лучше обдумай результаты эксперимента. Бессмысленные разрушения — это еще не победа. Внимание всем бойцам. Мы обнаружили лазутчиков Красного Легиона. Но сколько удовольствия. Мы просто молодцы. И ты, Ашер, тоже. Ну да, ну да. Грёбаные вандалы. Грёбаные вандалы. Все, успокоились.
Видимо, еще нет. Ау. Подождите секундочку. Ну, так будет лучше. Так, ладно. Что мне там осталось сделать? Еще вот это вот задание. В принципе, вот это можно тоже быстренько захреначить, потому что есть возможность довольно просто. Давай прогоним их прочь! Они надумали шпионить на моей территории. Пам-пам-пам-пам-пам. Типа обжаривают их неплохо довольно-таки. Ауч. Ну, теперь нам хватит оружия. Мне чуть не обжарили, мать твою. Было больно. Так. Так. Ну, просто это довольно жестко, я думаю. И второй чувак тоже пропал. Блин, обидно. Да, и свой механизм забирайте! Мне показалось, или кабал убежали, поджав хвост. Отлично. Так, ну окей, давайте довыполним задание.
Отлично. Я знаю, на тебя можно положиться. Кабал транспортирует через эту базу особо мощную взрывчатку. Ее надо обезвредить, пока она не свалилась нам на головы. Думаю, мы могли бы приспособить ее для своих нужд, но в этот раз пусть решает Слоун. В любом случае, надо узнать, где она. Так, вызываем нашу технику и просто отправляемся на зачистку. Чтобы это ни было, у него была ведомость на груз. Судя по ней, большая часть взрывчатки уже отправлена, но кое-что осталось на базе. Не проблема. Слоун говорит, что ты можешь взорвать ее в безопасном месте с помощью своего трансмодсока. Трансмодсока? Ох, как будто ты знаешь, как это работает. Это неважно. Войдите на базу и найдите взрывчатку. Окей, постараемся это сделать и примерно вот сейчас. Тише, не синяшки. Черт, мне так не получится войти на базу. Придется искать другой вход. Например, этот. Бежать придется долго. Но зато, возможно, это будет интересным эффектом. Ребят, я пошалю, вы же тоже шалите обычно. Ну вот и вам, и мне приятно. Стрелять желательно в голову, тогда придется тратить меньше патронов. Но это не точно. Так. Телепортируем. Почему такие все злюки, а? Ну, осталось же чуть-чуть вас добить. Я вот так могу. А ты так можешь? Смотри, еще кто. Нет башки. Так, я, короче, не понял, что это за хрень, но ладно, телепортируем их, раз они так нужны. В твоем районе замечены тяжелые танки. Уходи, пока они не включились. Стоп, 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 вы двое, быстро наружу. Но снаружи танки! Доверься мне! Я, конечно, все понимаю, но мне дальше идти сюда, да? Пошел ты. Они отключились, как она и сказала. Отлично. Теперь можешь телепортировать взрывчатку. Отличная импровизация, Хоторн. Видимо, телепортировать под танки. Ладно. Прикольно.
Телепортируем взрывчатки прямо под танки. Так, сейчас я активирую все заряды разом. Держи меня поблизости, чтобы не было помех. Из-за Красного Легиона избавиться от них не удастся. Держать оборону. Танки — важная цель, которую необходимо устранить. Да без проблем, как бы, наверное. Вон чё. Ну ладно. Поблизости. Пошел. Надеюсь, там бабахнуло как надо. Опять пески. Не люблю песиков. Вообще не люблю песиков. Да, песики иногда жрут вкусную одежду. Что имеет смысл. Так, 40%. Осталось немного. Пострадай немножко, фигня. Убиваем Кабал в полете. Блин, он сейчас так просрал. Утенку мою. А нет, смотрите, не просрал. Так. Есть такого желания со мной поболтать? Видимо, песик. Для дистанционного подрыва можно использовать учетную запись интенданта. Взорвать их танки, их же взрывчаткой. Идея у меня что надо. Тут я согласна. Ну ладно, пойдем взорвем. Да вообще не проблема как бы. Если такая возможность есть, то почему бы это не сделать? Я уж думал, не будет ничего. Уверена, такого. Это было круто. Своевременное тактическое отступление — весьма мудрое решение. Хоть бегство мне и не по душе, поддержу Слоун. Убирайтесь оттуда. Ну и ладно. Уберемся. Тут будет очень много кабал. Ну, вообще, вплоть до конечных теперь миссий, кабал здесь будет очень много. Ну, как я очистил сразу весь уровень. Мне аж понравилось. Точнее сказать, большую его часть. Ладно, вы мне надоели. Круто. Все чисто. Мы попробуем узнать, куда отправили взрывчатку. А вообще отличная работа. Эти танки могли доставить нам кучу проблем. Друзья, мы отлично сработались. Надо как-нибудь это повторить.
Да, я думаю, вообще не проблема. Тем более мне дали новые пушечки. 32-я. Неплохо, неплохо. Мне нравится, меня устраивает. Так. Хм, осталось всего пару миссий, да? Ну ладно, эти миссии, думаю, можно будет добить в следующий раз. А пока что просто перекинемся к нашему другу. Так, по пунктам назначения, в принципе, у меня все ок. Так что никаких проблем быть не должно. Так, по предметам. Есть ли какие-нибудь завершенные миссии? Нет, конечно же. Зато есть ядро абсолюта. Это приятно. Ладно, разберемся по ходу дела, что как делать. Ну, пока что... будем фигней страдать. В последнее время столько новых голосов на каналах. Хоторн говорит, что это все благодаря тебе. И это хорошо. Пока ты рассекала по всей системе, нас в мертвой зоне изрядно прижали. Минутка найдется? У нас для тебя целая гора дел. Падшие, Красный Легион, даже эти проклятые одержимые так и соревнуются за наше внимание. Что ж, пусть они его получат. Ну, хорошо. Деврем описывает новые испытания, которые ждут вас в пустошах. Исследуйте эту зону в поисках новых приключений. Это не слишком благородное для меня задание, но я начинаю привыкать. Иногда легко забыть о том, сколько мы всего оставили за пределами стен. Моя родословная насчитывает 8 поколений. После падения города я думал, что 9-го уже не будет. Но продолжай в том же духе, и однажды мы все вернемся домой. А пока у нас впереди еще много работы. Я думаю, история может подождать. Доверим благодарит вас за значительные успехи, достигнутые в ЕМ-3. Продолжайте исследовать эту планету, чтобы заслужить его уважение и получить крутые награды. Про крутые награды я, конечно, сам придумал, но я думаю, вы и сами все понимаете, что награды действительно будут прикольные. Вот. Ну и можно, типа, контракт новый получить. Ладненько, посмотрим, что там за оружие. Что там за бранки, где-то что-то. Так, в принципе, меня все устраивает. Я думаю, на сегодня хватит. С вами был, как всегда, я. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока-пока.